Атабаэхсан представляет. Не затевай с ними споры. Почему, мой господин? Во-первых, потому что они со временем обвинят тебя в неверии. Самое распространенное обвинение в течениях ислама – это обвинение своего противника в неверии. Никто не имеет права обвинять человека в неверии. Ислам поставил границы этому. Но намного опаснее этого то, что приверженцы исламских течений бывают вооружены и чуть что воюют прямо на улицах. Так что эти споры могут привести к кровопролитию. Мусульмане будут убивать друг друга из-за разногласий во мнениях? Как это может быть? Они что, не слышали слов Всевышнего Аллаха? Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет ад, в котором он будет пребывать вечно. И также слов Всевышнего Аллаха: верующему не подобает убивать верующего, разве что по ошибке. Истину сказал Всевышний Аллах. Однако течения низко пали в наше время, мой сын, и стали основой, которая разделяет мусульман. Они пали до такой степени? К сожалению, да. Я даю тебе слово, о мой шейх, что буду слушать больше, чем говорить. И постараюсь узнать мнение, не раздувая огонь. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам.